17 апреля в Евлахе под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции. Глава государства открыл совещание вступительной речью. Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчим Мядатов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, генеральный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Азерсун Холдинг Саваш Узан, директор общества с ограниченной ответственностью Азграната Ровшан Фархадов, начальник общества с ограниченной ответственностью Гюк Нурбаки Фарид Фархадзаде, учредитель общества с ограниченной ответственностью Де Фруц Кенли Тесарфаты Исамиддин Демиров, участник бизнес-инкубатора Ариз Микаилов. Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.